네, 꼭 해보세요. 꼭 해볼게요. 코스나. Всем привет! Welcome to my culture is. 나 зовут Ева, я из России. сегодняшний мой гость Чесон. 안녕하세요. 오늘 요리를 같이 해볼 최서원입니다. 에바는 떡볶이 좋아하나요? 네, 너무 좋아해요. 좋아하는 음식이에요. 떡볶이는 한국의 간식입니다. 대표적인 간식인데요. 보통은 고춧가루랑 고추장을 사용해서 만듭니다. 떡볶이는 традиционным корейским блюдом, и обычно в него входит красная перцовая паста и молотый красный перец. 오늘 같이 만들어볼 요리는 로제 떡볶이라고 합니다. 지원이신의 메뉴 로제 떡볶이 1위 로제 떡볶이. 로제 떡볶이는 요즘에 한국에서 굉장히 유행합니다. 예를 들어 로제 떡볶이뿐만 아니라 로제 치킨도 있고요. 모든 것에 로제라는 말을 쓸 정도로 굉장히 인기가 많은데요. 아마 로제 파스타 아시는 분 많을 거예요. 크림이 들어간 떡볶이입니다. 로제 떡볶이 это последнее время очень популярное блюдо в Корее. Его используют в сочетании с томатным соусом и взбитыми сливками, и получается такой розовый оттенок. И в последнее время его готовят и с курицей, и с тофуки, и с пастой, поэтому это очень популярное блюдо. 그러면 재료 소개부터 시작하겠습니다. 나 진영 선생님이 연습 때 떠올랐다. 제일 중요한 떡. Самое важное – это тост, сделанный из рисового теста. 그리고 우유, молоко, 생크림, взбитые сливки, 설탕, 간장, 굴소스, 고춧가루, 사카, соевый соус, утречный соус, красный молотый перец, 치즈, плавленый сыр, фрэнку сосиски, копченые сосиски, 메추리알, вареные перепелиные яйца, бекон, бекон. 그리고 이거는 넓적한 당면이에요. крахмальная лапша. 페이퍼 라이스와 치즈가 있습니다. 사실 페이퍼 라이스와 치즈는 저희가 떡이 없을 때를 생각을 해서 한번 만들어 보려고 해요. 이 рисовая бумага с сыром. В случае, когда у вас нет рисовых тостов, мы можем использовать рисовую бумагу с сыром. Вкус будет точно такой. 떡이 없다면 아마 밀가루도 만들 수 있을 것 같아요. 근데 오늘은 다른 방법 한번 소개해 드릴게요. 라이스 페이퍼를 사용해서 만들어 보겠습니다. Если в случае у вас нету ток, то можно сделать его самим с рисовой мукой. Но сегодня мы попробуем новый другой способ, используя рисовую бумагу. 라이스 페이퍼에 물을 많이 적셔 줍니다. Сначала размачиваем рисовую бумагу в воде, чтобы она немного размяться. 치즈를 약간 올려줍니다. 그리고 반전 немного сыра. Сыр можно использовать на ваш вкус. 그다음에 잘 올려줍니다. И хорошенько заворачиваем. 이렇게 하면 됩니다. И у нас получается вот такая сосисочка. 이렇게 하면 맛이 똑같아요? 네, 맛이 똑같고 치즈 떡볶이가 될 것 같아요. Если сделать таким методом, то получается точно такой же по вкусу, как и ток, но со вкусом сыра. Вот такой ток у нас получился. 저희가 완성된 요 떡볶이는 한번 칼로 잘라보겠습니다. Наши сосисочки мы теперь разрезаем. Разрезаем и края немного приплющиваем. Примерно нужно разрезать на три части. 지금은 소시지를 한번 칼집을 내볼 거예요. 조금씩 잘라주면 됩니다. Теперь сделаем надрезы на сосиска. 이제 만들어 보겠습니다. Теперь начнем наше приготовление. 그럼 시작해 볼까요? 네, 시작해요. 굉장히 간단한데요. 생크림이랑 우유와
고춧가루를 넣어서 일단 끓이면 됩니다. Для начала мы выложим в нашу глубокую кастрюлю молоко, взбитые сливки и красный молотый перец. 고춧가루가 다 녹으면 불을 약불로 줄여줘야 돼요. Когда наш соус закипит, нужно уменьшить огонь. 그리고 이제 떡이랑 저희 준비된 재료들을 다 넣어보겠습니다. Теперь мы выкладываем наш тост. 그리고 당면도 넣겠습니다. 이 녹아주면 가까이 넣어요. 이제 만들었던 떡을 넣겠습니다. И теперь мы выкладываем наши сделанные блоки. 마지막으로 모든 재료들이 다 익으면 치즈를 넣으면 됩니다. И в последнюю очередь, когда все наши ингредиенты уже готовы, мы выкладываем сыр. Мы закончили тёплоки, и теперь пришло время попробовать наше творение. Мы можем попробовать? Да. Это мандуроттон. Воу. Тёплоки. Можно и тёплоки попробовать. Для начала я попробую оригинальные тёплоки. Хорошо. Более, но тёплоки는 너무 맵잖아요. 맞아요. 근데 우유 덕분에 진짜 막 그렇게 맵지 않아요. 그렇죠. 맞아요. Изначально топ-коки является очень острым блюдом, но из-за того, что мы добавили молоко, оно теперь по вкусу не такое острое, напоминает больше как сметану. Хе, булькео. Да, он очень хороший. И это самое, да. И это уже мы сделали топ-коки. Те топ-коки, что сделали мы, по вкусу точно такие же, как и обычные топ-коки, только со вкусом сыра. 약간 러시아어로 맛있다가 뭐예요? 코스나 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 오늘 로제 떡볶이 만들어 봤습니다. 네, 여기까지입니다. 네, 일단 наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока-пока!